Новый 2024 год уже начался, а чудеса не заканчиваются. Дед Мороз в исполнении депутата законодательного собрания от КПРФ Константина Ткачева продолжает дарить подарки и хорошее настроение жителям Омска. Дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, они особенно ждут новогоднего чуда. Так, подарки готовы. Очередная многодетная семья. Сейчас узнаем, ждут ли меня здесь детки. Ждут. В каждом доме, в каждой семье в эту холодную зимнюю пору дети и взрослые ждут волшебства. Все они трепетно готовятся к встрече с главным символом праздника – Дедом Морозом. Дети ждут, ребенок ждет. Деда Мороза, он очень приятно, впечатления прям остаются после очень долго. Спасибо вам большое. Вы даже подготовились, костюм. Подготовились, костюм, конечно. А как же, вот ребенок приболел, не был в садике, так это вообще здорово. Деда Мороза встретил. Дед Мороз сам домой пришел, а как же. Конечно, большое вам спасибо. Тебе понравилось? Да. Еще приду к тебе? Да. Забота о детях – тяжелый труд, особенно когда семья многодетная. В этот раз помощь родителям извне стала дополнительным поводом для детской улыбки. Спасибо, с наступающим вам Новым спасибо годом! Спасибо большое, благ. Очень приятно, и дети, я думаю, тоже очень рады. Интересно? Как мы знаем, чтобы получить заветный подарок от Деда Мороза, необходимо рассказать стихотворение. И все дети с этим ответственным заданием справились на отлично. В темном небе искры загадочно блестят. Дед Мороза, сани быстро к нам летят. Спешит он ко всем детям успеть поздравить всех, стихи ребят послушать и их веселый смех. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает, что звоном сосняка, кругом соской глубокою плывут в страну далекую седые облака, а по двору метелица, ковром шелковым стелится, да больно холодна. Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна. И сладкие подарки, и неожиданный визит доброго волшебника создают по-настоящему праздничную атмосферу. Родители благодарны коммунистам за такие встречи, ведь они заставляют детей поверить в сказку. Естественно, очень неожиданные. Для ребенка очень приятные, естественно. Чтобы верили, надеялись лучшее в чудеса, да? Чудес и не только в празднике ждут дети с ограниченными возможностями здоровья. Новый год для них – это повод поделиться успехами и наметить планы для новых достижений. Мы, во-первых, закончили школу с отличием. Мы участвовали во всероссийских стартах «Лига мечты», и Лиза заняла в роллер-спорте в своей категории. Эта категория с слайдером заняла второе место призовое. Мы были в Уфе, вот, ездили в другой город даже, и начали заниматься конным спортом. И сейчас готовимся, есть успехи, и готовимся к соревнованиям. То есть Лиза была хорошей девочкой, поэтому Дед Мороз не зря пришел к вам. Очень хорошей девочкой, да, Лиза была. Чудеса должны случаться не только в празднике. Поэтому наш Дед Мороз, коммунист Константин Ткачев, призывает дарить улыбки окружающим и творить добро круглый год. Константин Ткачев, Дарья Казаченко, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.